Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафим Морозова. Я представляю свой канал «Здорово с вами». И сейчас вот я сижу здесь в бочке и расскажу, почему я здесь сижу. Вчера был у нас Экадаши, 26-й лунный день, и я сидела на Экадаши. То есть не на сухом голоде, а мы пили воду, чистились. То есть выпили перед этим в субботу мы выпили, сделали клизму очистительную два раза. Венера выпила сульфат магния, я ничего не пила. Вчера я выпила касторовое масло, мы вместе с Стасом выпили. И целый день меня чистило. И где-то в 8 часов вечера или в 9 часов у меня была очень сильная боль в животе. И мне Стас продавил живот, и только это мне сняло боль. То есть это были вот как раз застой в желчном пузыре желчи, который надо вот выпивать сульфат магния. Но я не стала пить, потому что я выпила касторку. Сегодня я на сухом голодании, то есть ничего не делаю с водой. Эта вода у меня сильно соленая, поэтому я могу в ней сидеть. Я не собиралась сидеть, я просто ходила в Ашан. Мне было нужно здесь пешочком, думаю, прогуляюсь туда-обратно 3 километра. И потом, думаю, буду как бы заниматься своими делами. Но я там проторчала не 20 минут, как должна была, а больше часа я стояла в очереди в Леруа за маленькой деталькой, которую заказала и там же оплатила. И очень замерзла. И поэтому до моего прихода вот набрали мне горячую бочку. Мы сюда насыпали соли, соды. И вот я здесь должна просидеть час, чтобы не заболеть, чтобы прогреться. И это получается на сухом голоде можно, потому что это как море. И это вытягивает нам дополнительно шлаки. Я сразу стала себя в воде чувствовать хорошо. И такой слабости нет, и головной боли нет. То есть чувствую себя хорошо. Теперь я буду продолжать голод. Как он у меня будет идти, я не знаю. Я пока ничего не планирую, потому что в прошлый раз я сорвалась на третий день. Хотя никогда не срывалась. Обычно я на выходе из голода срываюсь. И то не всегда. Поэтому я решила пока не говорить дату, сколько я буду голодать. Пока буду голодать. И здесь вот в этой воде, когда сидишь, концентрация соль, соды я вам напишу. Обязательно нужно по коже водить щеточкой, чтобы снимать верхний слой и чтобы он очищался. Я не стала добавлять сюда виватон, потому что я на голоде. Если бы я добавила виватон, это было бы уже питание. Питание мне сейчас пока не надо. Вот такое вот у меня идет голодание. Спасибо. Заходите к нам на сайт, делитесь нашими роликами, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Спасибо.